приехала в Тегеран в конце, в середине февраля, как раз закончились зимние каникулы. Так вот, это флаг Ирана, такой зимний день, пасмурный, но флаги везде, да, то есть это тоже проявление как бы такого национального менталитета, гордости какой-то. Вот. И весь этот месяц, это был месяц подготовки к этому самому празднику Нового года. Да? Называется он Навруз.